С 30 января по 11 февраля в помещении Московской городской думы состоится выставка картин художника Олега Путнина «На семи холмах». Добрый день, дамы и господа. Имею честь пригласить вас на свою персональную выставку. На ней будет представлено около 40 работ разных лет. Это пейзажи, жанровые картины, натюрморты и портреты. Многие из этих работ участвовали в большом количестве выставочных проектов. А в частности, в прошлом году они участвовали в большой персональной выставке, которая называлась «Открой для себя Россию», и она с большим успехом прошла по нескольким столицам Европы. В частности, она была в Париже, Берлине и Риме. Также на этой выставке я хотел бы предоставить вашему вниманию. Это портрет моей дочери, он называется «Катюша». Помимо конкретного человека, который здесь написан, это еще и художественный образ. Это образ детства, образ счастья, то, что было у каждого из нас. В частности, на выставке будет представлена картина «Радуга в степи». Абсолютно нереальный по цвету сюжет, очень сложные цветовые отношения. И такая радуга, такие цветовые отношения могут быть только на закате солнца, когда смотришь на все это вживую, опускаются руки, и кажется, написать такое невозможно. Но, тем не менее, я попробовал и написал эту картину. На выставке также будет представлена картина «Снегопад на Рождественском бульваре». Одна из моих любимых работ. Снегопад, практически ничего не видно. Снег валит хлопьями, но сколько в ней настроения, сколько в ней России, сколько в ней настоящей русской зимы. Добро пожаловать на мою выставку. Буду очень рад вас видеть.